Привет! Вы на канале Лазница. Мне очень приятно, что вас заинтересовало мое видео. Хочу вам показать сегодня такие крупные классные локоны. И самое интересное в этом видео — это то, что я буду накручивать каниколон. Да, половина волос тут нарощена каниколоном. Кому интересно, как я наращивала, у меня есть видео отдельное, я могу оставить ссылку внизу в описании. Также, если вы случайно попали на это видео, то не забудьте подписаться. Ну а тем временем я начинаю делать локоны. Внизу на затылке отделила часть волос, беру крупную достаточно прядь и накручиваю на плойку. Накручиваю не лентой, а жгутом. Плойка у меня от Babyliss 32 диаметра. Сейчас в реальном времени вы видите, сколько я держу прядь. Обязательно кручу каниколон я на 180 градусов, не больше, чтобы он не плавился. И держу достаточно долго, чтобы прядь полностью прогрелась, потому что я беру, как вы видите, крупные пряди. Как только прядь будет горячей, я ее снимаю и обязательно фиксирую, так как это искусственный волос, то его нужно обязательно фиксировать в таком положении, пока он не остынет. И вот такой вот первый локон получился. Я сама удивлена от того, что каниколон можно накручивать, но, по-моему, это очень круто, потому что это недорогой вид волос. Каниколон очень похож на натуральные волосы, и реально, если подобрать в цвет, это будет очень крутой вариант для какой-то прически, если вы хотите удлинить волосы. Итак, первый ряд я накрутила, и теперь каждый локон я растягиваю. Я за кончик локона натягиваю прядь, и начиная от корней, пальцами как бы вспушиваю, подтягиваю часть волос вверх. То есть держу за кончик, а остальные волосы подтягиваю. То есть, чтобы локон был вот такой вот воздушный. И вот так вот первый ряд готов. Отделяю следующий ряд и накручиваю также. Все локоны я накручивала в одну сторону. Это не так важно в такой технике, в какую сторону вы накручиваете, поэтому как удобно. Можете и в разные стороны от лица делать, но особо этого не будет видно. И обязательно каждый локон фиксируйте до полного остывания. Когда вы потрогали и локон полностью остыл, вы можете распускать. И вот такие вот классные получились воздушные локоны. Сейчас мы будем их разбирать еще, они будут еще воздушней. Мне очень понравилась эта укладка, эта прическа с каниколоном, просто совсем другой вид, волосы длиннее, локонов больше, они такие пышные, ну просто мне очень понравилось, мне было жалко даже распускать, потому что заходишь в комнату и просто радует глаз эта прическа. И вот так вот я распускаю, держу, натягиваю за кончик и, начиная от корней, вот так вот подтягиваю вверх. То есть беру прядку, захватываю рукой и тяну вверх те волосы, которые не захватила внизу левой рукой. И таким образом у нас получается такой пушистик. Эти волосы я не фиксирую лаком, я буду фиксировать уже
саму макушку, там, где у нас волосы манекена. И продолжаю накручивать. То есть накручиваю я жгутиком волосы. За счет того, что вы будете накручивать жгутом, у вас получаются такие как бы волны. Каниколон, вы сначала попробуйте, крутится он у вас или нет. То есть не спалите сразу все, где-то на кончике попробуйте и не больше 180 градусов крутите. Если у вас не регулируется плойка, то, к сожалению, вы можете поплавить ваш каниколон. И еще раз повторюсь, если берете крупные пряди, то обязательно трогайте пальчиками, пока на плойке прядь, чтобы хорошо прогрелась вся прядь, была горячая. И теперь докручиваем уже волосы манекена. Они у меня натуральные, поэтому я добавляю на полную градусов. Натуральные волосы также обязательно фиксируйте, потому что они должны также остыть в таком положении. Тогда локон у вас будет дольше держаться. А если вы сразу отпустите, то просто он под собственной тяжестью и пока еще горячий будет опускаться, распускаться, остывать в таком положении, и в итоге он будет недолговечный. Я для вас придумала способ наращивания каниколоном, с которым можно ходить, то есть это я наращивала для прически конкретной. Тут, как вы видите, его даже видно немного под волосами, потому что для просто носки с прямыми волосами нужно ниже отделять проборы. И скоро выйдет видео, так что если интересно, то не забудьте подписаться, если вы еще не подписаны. И скоро будет видео о том, как еще можно нарастить и походить с каниколоном. И верхние волосы я уже сбрызгиваю лаком, формирую сверху красивый такой объем, вытягиваю какие-то прядки тоненькие, которые будут создавать видимость этого объема. И, в принципе, все, прическа готова. Очень крутые получились локоны. У меня был только такой цвет каниколона. Если подобрать в цвет, то реально не будет видно, где ваши волосы, а где каниколон. То есть в этом большой плюс. Можно сделать любую прическу с ним, вечернюю или просто повседневную. Косы заплести, что угодно. Это очень классный вариант. И я безумно рада поделиться с вами такой идеей и новостью о том, что его можно крутить, каниколон. Я думаю, что многим это поможет, так как это реально недорогой вариант волос. Мне очень приятно, что вы потратили свое время на мое видео. Очень надеюсь, что вам не было скучно и видео было для вас полезным и интересным. На сегодня у меня было все. С вами была Лазница Вика. Всех целую, обнимаю и до нового видео. Пока!